Здравствуйте! Пришло время поговорить об этикете, друзья мои. В театре, в музее, на концерте или выставке не стоит забывать о хороших манерах, чтобы не обращать внимания на себя окружающих, не вызывать у них удивления или досады. Пригласил тут меня один в театр, билеты в ложу в первом ряду. Круто! А сам уступил свое место какой-то девице. И зачем было меня в театр тащить? Может, спектакль посмотреть? Ах, чудный мальчик! Словно бальзам на сердце. А мне уже казалось, что век рыцарей прошел. Кавалеры, в ложе дамам обычно предлагают занять места в первом ряду. Даже если на время спектакля вы лишитесь общества вашей подруги, то она, будьте уверены, по достоинству оценит ваш галантный жест. Нужно, чтобы мужчины, взяв билеты в ложу, знали, что об этом правила гласят. В театральной ложе кавалеры дружно дамам уступают самый первый ряд. Ну как, запомнили? Господа, хорошие манеры – это замечательно.